А знаете историю, значит, один раз Вася звонит перед игрой, четвертьфинал с Севильей. На выезде проиграли 1-4 и ответный матч дома. Вася перед игрой звонит, говорит, слушай, там приедет молодой журналист, не знает, к кому подойти. Я сказал, что ты им точно ответишь. Я говорю, Вася, мы 1-4 просрали, ну дома вряд ли отыграемся. Но... исключение сделал. И вылетели благополучно. Журналист говорит, я от Василия. Давайте. Ну как вот вы сегодня хотели там сыграть? Я говорю, мы старались, мы делали все возможное. Севилья крепкая команда, там пришло много болельщиков. Но вы сегодня там плохо играли. Я, знаешь, так... мы создавали моменты, мы старались, мы один, а начинаю повторять вот эту всю ебатень. Он говорит, да мне показалось, что вы плохо играли. Я уже начинаю кипеть, знаешь, я говорю, слушай, мы старались, болельщики пришли, ну знаешь. Потом последний вопрос, а как вы сегодня вообще собирались голы забивать? Ногами, блядь, и ушел. Вася, ты нарочно мне этого подсунул. Старик, извини, он первый раз. Что ты думаешь, на следующий день выходит футбольный клуб, они вырезали все, только поставили родимого, как вы хотели забивать. Ногами, блядь, только меня закидывали.